поскольку у нас половина головы, да, видите, уже заканчивается, значит, с этой стороны мы тоже крутим от лица. Угу. Защипнули. Как ухаживать за волосами, как накрутить локоны и как зафиксировать укладку. Мастер-класс по стилю провели для людей с инвалидностью в Химках. Организатор – школа красоты для особенных персон «Шаг к совершенству». Участники – клиенты комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». Мягкие локоны – любимая укладка большинства девушек. Стилист показала химчанкам, как за 10 минут сделать такую укладку. Тематические встречи у нас проходят постоянно. Такое вот мероприятие у нас в первый раз, надеюсь, не в последний. Мы всегда рады гостям, которые нам помогут, что-то новое расскажут. Мы будем учиться у них, они чему-то научатся у нас. В Химках проживает более 13 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Социальной адаптации людей с инвалидностью уделяют особое внимание. Для них проводят бесплатные спортивные занятия в клубе «Благо». Во многих образовательных учреждениях проходят специальные мероприятия, направленные на поддержку детей-инвалидов.